Так. Да это опять что-то ком выёбывается. Блять, фортуна. Я так и не знаю. Даже рыбок ждал. Ну. Деньги очень сложно играть, потому что реально копейки.
тупо пролетело сейчас. Можно блэкджеки понять, но можно. Жопу чпаню. Ебать, ебануло по ушам, блять, мамадян. Лучше тогда надо бы ебать. Стоп. Да блин, сколько? 320 ударов. Ох, куда сюда? Вообще похуй. Вообще ни о чем. Все мои старания на сегодня просто ноль. Ну, блядь, потому что азарта никто толком не сдавать, блядь. Блядь, сумма была тем более не та. Да, его. Просто, блядь, я старался, блядь, а тут старания мы пошли все нахуй. Как бы, вообще, я сейчас не то, что... Я вообще, блядь, в такой супер депрессии теперь вообще заебался. Я думал, даст. Она не дала, блядь. Сука ебаная, блядь, пиздец, блядь.
Сейчас опять меня появится этот похуизм, нахуй. Скрывание всех, блядь, своих проблем. Я думал, сейчас куш сорву, блядь. Сорвал, блядь, куш, нахуй. Бля, я проебался. Ни на одном счете денег не осталось. Нет, я не вижу. Бля, ну конечно для вас нахуй это не деньги, да мне это, блядь, деньги нахуй. Я еще в лес уйду. Прям сейчас уйду. Весь день просто проебал на смарку. Надо было слушать нахуй, не надо было тратить денег больше. Потом удивляю, я говорю, $30 дорого, а вы, блядь, заказываете хуйню, блядь.
На 5 минут, и что мне толку стримить-то? 100 рублей сейчас? Сам подумай. Ладно, ребят, давайте, короче, я пошел. Не хочу стримить. Бля, я просто старался, блядь. Просто в ноль, блядь. И то еще свои добавлял, опять же. Но это... Нет, пиздец.